Это отправляли уже в переплавку. Это уникальные вещи, которых, ну, если переплавку отдал, то, в принципе, можно потом и не найти никогда. То, чему суждено было оказаться на свалке, в результате превращается в удивительные арт-объекты. Художник-декоратор Алексей Стешек выкупает и тем самым спасает металлические пластины, гайки, различные микросхемы. Дает им вторую жизнь. Из груды металлолома мужчина создает роботов, которые смотрят на тебя, как живые существа. Не живые. Ну, я всем говорю, что вот только программу вставить, и все, он пойдет. Произведения мастера на этой неделе увидели сотни горожан. И больше всего их привлек так называемый мультипаспорт, который держит в руках робот. Просто есть рука, можно в нее что-то вставить, можно обрезок трубы, молоток, а можно QR-код. Так что же в руках у робота до сих пор гадают барнаульцы? Размышлять, думать — в этом и смысл творчества, говорит Алексей. А ведь до знакомства со своей музой, супругой Анастасией, Алексей занимался совсем другим делом. До 30 лет Алексей творчеством не занимался вообще. То есть в 30 лет его жизнь кардинальным образом изменилась и пошла совершенно в другое русло. В 30 лет я взял первый раз в руки карандаш, попробовал, и ну так не кисло получилось, понравилось, и с этого момента все. Как-то постепенно со стройки все перекочевало в художку. Браслеты, необычные ремни, мебель, картины из микросхем мозаики. Про работы Алексея пишут СМИ всех континентов. Кстати, творческая пара совсем недавно перебралась в Барнаул. До этого 10 лет жила в Горном Алтае. Помните дорогу на знаменитый Марс? Благодаря творческому союзу робот поселился и там. В планах у Алексея и Анастасии создать целую космическую вселенную. А если это алтайский мальчик, то вот с их национальным инструментом, вот он играет, а рядом стоит просто огромный такой инопланетянин, который играет на таком же примерном инструменте, только он вот выглядит примерно вот как-то вот так. И объединить космос и Алтай. Космос и Алтай, современность и древние культуры в одном месте. Такое искусство станет центром притяжения туристов со всего мира. Правда, для таких проектов нужны инвесторы. По приблизительным подсчетам, стоимость только одной скульптуры может доходить до 600 тысяч рублей. Так что пока Алексей продолжит радовать барнаульцев и гостей города своим творчеством. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.